Все тихо. Шш, не шевелимся. Ой, подруга, даже не верится, что скоро Пасха. Ой, и не говори. Будем красить яйца, есть конфеты, а народу сколько будет в магазине. Ой, надо все заранее подготовить. Да-да, все будет наготове. Мама, а что такое Пасха? Это праздник такой, дорогая. В этот день будут покупать много яиц. Мам, слышала? Нас будут покупать. Не только нас. Кого еще, кроме нас? Всех вас, кроме меня, потому что я испортился. Ой, да, твоим воспитанием нужно заняться. А вы слышали, что в магазине появились новые пасхальные яйца? Тихо, тихо, малыш. А я слышала про новые пасхальные яйца. Говорят, они огромного размера. А я бы хотела бы на них посмотреть. И я. А я их вижу. Они вон там стоят. Что это, интересно, за большие яйца пасхальные? Пасхальные яйца. Их вчера завезли. Огромную партию. Но их нужно проверить на годность. О, это мы любим. А вот они, ребята. Смотрите, какие красивые. Голубенькие. С девочкой Дивой. Надо проверить, не испорченные ли они. Они не могут быть испорчены, потому что в них сюрпризы. А может быть, сюрпризы испорченные? Ой, не знаю. Как я, например. Я испорченный. Нашел чем гордиться. Ну, ребята, давайте проверять эти яйца. Испорчены они или нет. Начнем, пожалуй, вот с этого яйца. Написано, что здесь внутри конфеты в форме звездочек, браслетики, 4 стикера и какой-то сюрприз. А вот какой, хорошо бы нам узнать. Ой, ребята, смотрите. Что нарисовано на упаковочке? Куклы Лол, зайчики, как раз к Пасхе. А какая это кукла Лол, ребята, вы догадались? Если догадались, напишите-ка в комментариях. Открываем первое яйцо. О, смотрите-ка, здесь золотая бегудяшка. Возможно, здесь маленькая сестренка. Ну-ка, а еще что здесь есть? Вот они, конфеты в форме звездочек. Еще колечко. Так, с красивой куколкой Лол. А если вам сложно вспомнить, то я вам подскажу. Ее имя переводится с английского языка как прыгать. Это же девочка Center Stage. Только жалко, что это колечко мне маленькое. И еще здесь маленькие, ребята, браслетики. Конфетные. О, подсказочка. Выключатель и занавес. Шоу-офф. Кривляться. И вот они, стикеры. Мне нравится, что эти стикеры можно наклеивать на свою тетрадку. Единорожка, кошечка, куколка Лол, супергерой и русалочка. Ну и кто же, интересно, в этой бегудяшке? Давайте-ка проверим. Сначала же надо вот это снять. И потом открывать. Сюрприз. Пакетики здесь. Раз, два, три. Первая блестящая голубенькая сумочка с розовым замочком. В голубом яйце голубенькая сумочка. Маленькая девочка. Ой! С голубенькими блестящими глазами и волосами. Она очень похожа на маленькую сестренку агентов. Проверим списочек коллекционера. И да, это Little Agent Baby. Ой, вы меня нашли. Меня сестра будет ругать. Я на специальном задании. На каком, интересно, специальном задании эта маленькая девочка? Посмотрим, что у нее вот в этом пакетике. А здесь красивые, наполовину розовые, наполовину голубенькие ботиночки с блестящей подошвой. Моднячие. Это у меня сестра такая, ой, модная. Я ею горжусь. Откроем следующее яйцо. Это никто не должен знать. Ну хорошо, если мы догадаемся, то никому не скажем. О, посмотрите, ребята, сколько здесь сюрприз-пакетиков. Ничего себе. Ого, огромная куча. Хм, почему это в том яйце было меньше сюрприз-пакетиков? Мне кажется, чем больше пакетиков, тем лучше. Ведь если больше пакетиков, значит и больше сюрпризов. Кто здесь? Это маленький щенок. Уф! Папчи. У него симпатичный коричневый хвостик. И милое белое пятнышко на одном ухе. Дальше. О, какая красивая сумка. Розово-фиолетовая. И здесь тоже написано Cheer. Кажется, я знаю, чей это питомец. Смотрите, он отлично помещается в эту сумочку. Хи-хи. Маленькая симпатяшка. Дальше открываем. О, а здесь бантичек. Тоже такой фиолетово-синий. Наверное, он ему крепится на шею. Нет, не крепится. Может быть, на волосы. Значит, это щенок-девочка. Ах, какая милота. Дальше. Ой, здесь подсказочка. Набор с косметикой и королева. Мейкап Queen. Королева мейкапа. Еще одна подсказочка выпала. Неужели здесь два питомца? Или еще одна сестренка попадется? Глазик, палец вверх и платьишко. I like your style. Мне нравится твой стиль. Дальше идем.
Это же сестренка Инстаголд, тоже с блестящими глазами. Здрасте. Посмотрите-ка, обе маленькие сестренки и обе с блестящими глазами. На каком это они задании были? Я же сказала, это секрет. А, мы все равно догадаемся. А в этом нам помогут сюрпризики. Шапочка золотистая. Кепочка. Только она велика для нашей маленькой Инстаголд. Little Инстаголд. А еще есть питомец у них. Инстабанни. Зайка. Мне бы тоже хотелось бы его найти. Так. О, золотые мокасинчики на белой подошве. Потому что они очень удобные. Ну и проверим, что еще здесь есть. Опять конфеты в форме звездочек. Еще колечко. Ой, и это тоже колечко с девочкой Center Stage. Опять два браслетика. Только девочки теперь здесь другие. Посмотрите-ка, никого вам не напоминает вот это личико? Только не говорите, что меня. Не знаю, не знаю. И здесь опять стикеры. И они, ребята, точно такие же. И последнее, третье яйцо с красивой девочкой Дива. Открываем. Ой! Аккуратнее там. Ой, извините, извините. А я открою это голубенькое яйцо. Ой, здесь тоже конфеты. И посмотрите, опять сюрприз-пакетики. Тоже спрятался в этих пакетиках. О, сумочка в военном стиле. С розовым ремешком. Интересненько. Здесь, о, какие прозрачные, красивые туфельки. Если их надеть, куколка будет как будто бы босиком. Обожаю такой стиль. Идем дальше. О, королевская шляпка. И сумочка с королевским рисунком. Шапочка с золотым обрамлением и ручки тоже золотистые. Красные яркие бантики по бокам и впереди. Еще что у нас здесь? О, маленькая джет-сет Китти. Я думаю, что эти туфельки она стащила у своей старшей сестры. Нет, они мои, просто они мне на вырост. И здесь есть еще пакетик. А, вот она, наша девочка. Little Her Majesty, мне кажется. Нет, Her Little Majesty. Ее маленькое величество. И у нас здесь, ребята, еще два зеркала, браслетики и колечко. Тоже с маленькой Center Stage. А еще стикеры. Теперь у нас три одинаковых стикера. Вот так вот, ребята, мы открыли три огромных пасхальных яйца, в которых мы нашли сестренку для Инстаголд. Теперь у моей Инстаголд две сестренки. Еще маленькую сестренку для куклы Лол Her Majesty. И у них еще есть питомец. Вот. И еще одна маленькая сестренка. Тоже со своей сумочкой. Небольшая семейка. Маленького щенка Папчи. С синим бантиком. И у меня для этого щенка есть аж две хозяйки. Получилась семейка из двух сестер и одного щенка. Еще мы нашли маленькую Jet Set Cutie с большими прозрачными туфельками. И у меня для нее тоже есть старшая сестра. Ой, давайте-ка примерим эти прозрачные туфельки. О, красота! Вот какая симпатичная парочка. Им еще нужен питомец. И еще мы нашли маленькую сестренку Little Agent Baby. Ну что, сестренка, ты справилась со своим заданием? Нет, еще нет. Ой, смотрите, у них сапожки одинаковые. А какое задание было? Узнать, кто победил в конкурсе. В конкурсе? В каком? Да, а я не успела. Ну а теперь, ребята, давайте проверим, меняют ли они цвет. Ее маленькое величество в холодной водичке. О, какой у нее красивый костюмчик. Она в красных сапожках, красной кофточке и королевских трусиках. А когда опускаем в теплую водичку, она становится обычной девочкой. Опускаем маленькую Jet Set Cutie. О, какой у нее модный костюмчик. Трусики в военном стиле, сапожки, модные колготочки и темная кофточка, которая в теплой водичке исчезает. Маленькая Инстаголд тоже, ребят, меняет цвет. У нее костюмчик розовый и на трусиках розовые полосочки. И в теплой водичке они просто исчезают. Чирпап, он тоже меняет цвет. У него интересные шортики в полосочку. И у нее такой миленький хвостик, я прям не могу. А лицо цвет не меняет. И шортики исчезают в теплой водичке. И, наконец, маленькая сестренка Little Agent Baby. Посмотрите, какая симпатичная. У нее темно-синие штанишки и бантик. Потому что она любит маскироваться под кого-нибудь.